Телеканал КРТ представляє. Сьогодні парламент зібрався на позачергове засідання. Перше питання у порядку денному – секвестр держбюджету. Розглядають за скороченою процедурою. Зміни до головного кошторису країни представив прем'єр-міністр. Непрості часи вимагають від нас відповідальних дій. Ухвалення держбюджету надзвичайної ситуації – це і є та відповідальна дія. Це найвищий рівень відповідальності, це підтримка сценарію виходу України з кризи. Мінус 120 мільярдів з дохідної частини, понад 80 мільярдів гривень додаткових видатків, падіння ВВП майже 4%, інфляція 8,7%, зростання безробіття майже 9,5%, курс гривні 29,5 за долар. Антикризовий кошторис підтримало 249 депутатів від «Слуги народу», груп «Довіра» та «За майбутнє», а також позафракційні. Жодного голосу не дали «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос» та ОПЗЖ. Потім народні обранці розблокували ринок землі. Усі 13 постанов про скасування голосування за земельний законопроект, звісно, провалили. Тепер президент може підписати закон. Це позачергове засідання може бути не останнім цього тижня. В парламенті готується в турборежимі розглянути 16 тисяч правок до банківського закону, прийняття якого – одна з двох умов підписання нової програми з МВФ. Ймовірно, голосуватимуть поправки цілими розділами. У профільному комітеті складають порівняльну таблицю та узгоджують тексти розділів, до яких правки увійдуть групами. Зараз, зокрема, і до цього, і з цього приводу проходить засідання фракції «Слуга народу» за участю президента. Чому в цій ситуації не знайшли важелі влада, щоб запроголосували опозиційні партії, ОПЗЖ, Батьківщина і тому подібне? Руслан, зайду издалека. Во всьому мірі коронавірус прекратив около 70 вооруженных конфліктів. В Україні стріляють. От на прошлой неділі убили дівчину 26 років в Горловці. Да. Причому убили ударним безпілотником, примінив вооружение, яке запрещено к применению. Зеленський їздив на следующий день в Донбас. Хоть бы словом. Донбас. Просто граматика. Давайте піднімемо. Зеленський їздив в Донбас. І там он ні одним словом об этом, этой ситуации не вспомнил. Что касается Верховной Рады и этого бюджета. Ну, знаете, бюджет это просто... это действительно вот то, что... я не понимаю, как за это вообще можно было голосовать. Вы знаете, какая самая большая расходная статья в этом бюджете? Вот в том, который принимали и который сейчас. Ее еще и увеличили, эту расходную статью. Например, армия, война. Нет. Самая большая расходная часть – это покрытие внешних обязательств. Более 430 миллиардов гривен. То есть вот расходная часть нашего бюджета, вот которая заложена, это почти 1 триллион 300 миллиардов. И вот из них 430, накинули еще 3,3 миллиарда покрытия внешних обязательств. Вам нужны деньги? Пошлите по известному адресу, написанному забору, этих иностранных кредиторов. Да, вы что, вы есть замечательный способ. В конце концов, эти долги набрали узурпаторы. Люди, которые захватили власть в 2014 году незаконным путем. Пан Александр, Руслан, были прецеденты. Тот же Эквадор обратился в Международный суд, обжаловал долги, которые набрали узурпаторы, получившие власть в результате военного переворота. Международный суд стал на сторону Эквадора. Здесь примерно у нас ситуация один в один. Государственный переворот, прозрачно, что он произошел. Есть конституция, как президента убирать, есть факт, как президента убрали в Украине. Поэтому вот такой случай. Значит, смотрите, у нас доходная часть бюджета, вот то, что сейчас прописано, 975 миллиардов. Из них 435 миллиардов, практически половину, это отдать по внешним заимствованиям. Но увеличили не только, там же не только уменьшали, там еще увеличивали, Руслан, там увеличивали. Там почти на миллиард, почти на 800 миллионов увеличивали финансирование местных администраций, областных и районных. Им очень нужны денежки. Да? Там вот, знаете, вот такая интересная штука, когда одной рукой деньги типа секвестируют, уменьшают расходы, потому же МВД. Там уменьшили расходы миллионов на 20. Но при этом тут же в МВД запихнули еще около 250 миллионов дополнительных денег. Там для будущего пиара, наверное, сделали закладочки, уменьшили финансирование Верховной Рады. Аж на 48 миллионов гривен. При том, что общий объем финансирования Верховной Рады, вот этих вот бездельников-кнопкодавов, составляет более 2 миллиардов 100 миллионов гривен. Уменьшили на 38 миллионов, аж на 38 миллионов финансирование президента. При том, что вот этого вот президента мы финансируем, на секундочку, на 1 миллиард, примерно 100, там, 150 миллионов гривен. Минус 38. Владимир Александрович Зеленский
если у Лангустов несколько дней не поест, или еще какие-нибудь у него там проблемы возникнут. Раз, поэтому да. Секвест коснулся учителей, секвест коснулся пенсионеров, многодетных, инвалидов. Вот здесь вот это действительно сделали секвест. Секвестр, не оттолкнулся пенсионеров.